Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Патвар» в поселке Бресси, который был остановлен в 2019 году, должен возобновиться в ближайшее время. Глава региона Олег Николаев взял на контроль ситуацию с проблемным объектом. Ремонтные работы в физкультурно-оздоровительном комплексе должны были завершиться еще в 2019 году, но подрядчик, с которым был заключен контракт, дважды срывал сроки сдачи объекта. В результате работы были выполнены некачественно и в неполном объеме. Местным властям пришлось расторгнуть контракт с недобросовестной организацией, а выделенные средства вернуть в республиканский бюджет. Сейчас районная администрация разработала новую проектно-сметную документацию. В ней прописан капитальный ремонт спортивного зала, большого и малого бассейнов. На сегодняшний день уже пройдена экспертиза и получено положительное заключение. Муниципалитет участвует в отборе проектов по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта республики.